Гимн интеллектуальной красоте. Это замечательно, милый. Давай наслаждаться новой жизнью. Не беги, сестра. Она взволнована. Вы меня нашли, Перси. Байрон устраивает лучшие вечеринки. Что ж, Мэри, напугайте нас до мурашек. Узнайте, как родился. Это история о монстре, о создании, что жаждет любви, но знает лишь боль и ужас. Франкенштейн Мэри Шелли. Перед нами коридор и дверь. За дверью нечто будто бы мертвое, но все же живое. Кажется, я придумала историю. Мэри, вы у него не единственная, вы любовница. Я знаю. Моя жена, она была беременна, и она утопилась вместе с ребенком. Вы снова беременны, Мэри. Не может быть. На этот раз поберегите себя, работа подождет. Для исследования причины жизни. Тебе не помешает отвлечься. Я почти закончила. Мы вынуждены сперва обращаться к смерти. Может, пока перестанешь писать? Ты хочешь прервать этот поток слов? Почему? Боишься? Я отчетливо ощущаю угрозу. Где он? Его здесь нет. Как это его здесь нет? Ты очень больна, Мэри. Что ты наделала? Мы можем все исправить. Нечего исправлять. Ты чудовище, Мэри. Это я довел тебя до безумия. Я не безумна. Это мой выбор. Мой роман. Это был мой мир. Убирайся. Звучит не очень страшно. Отнюдь.